Hare Krishna, Diya Guru Maharaj, please accept our humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. Yeah, Hare Krishna. My humble Guru obeisances, all glories to Prabhupada. Guru Maharaj, today Madhurya Lila Mataji will translate. She is here. Okay. So we can begin if you like. Yeah. Om Jnana Timarandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhaye Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar, Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. We're reading Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 17, Punishment and Reward of Kali, Text Number 21. Сегодня мы читаем Шримад Бхагаватам, песня 1, глава 17, наказание и помилование Кали, текст номер 21. Сута увача эвам дарме правадати са самрад двиджасатамаха самахитена манаса викеда парьячастатам. Сута Госвами сказал: «О лучшие среди брахманов! Император Парикшит был полностью удовлетворен речью воплощения религии и, не колеблясь, дал верный ответ». Комментарий. Речь быка, олицетворение религии, была мудрой и философской и принесла удовлетворение царю, так как он понял, что страдающий бык – непростое животное. Без совершенного знания законов Верховного Господа невозможно говорить о философских истинах. Император, обладая столь же глубокими познаниями, ни минуты не колеблясь, дал точный и правильный ответ. Окей. Ом Ванчакалпа Тарубьясча Крипа Синдуба Ивача Патитанам Паванибьо Вайшнавибьо Намо Намаха. All right, we're hearing Sutta Goswami speaking to the sages in Naimasharanya, and he's telling them about this encounter, how Maharaj Parikshit encountered the personality of Kali along with the personification of religious principles in the form of a bull and Mother Earth in the form of a cow. Мы продолжаем слушать о том, как Сута Госвами рассказывал мудрецам Наймишарани о том случае, когда Махараджа Парикшит встретил олицетворение религии в форме быка и мать-землю в форме коровы. So Maharaj Parikshit was shocked to see that the cow was with tears in her eyes and the bull was standing on only a portion of one leg and the other legs had been cut off. Махараджа Парикшит был глубоко потрясен картиной, которую он увидел. Корова, мать-земля в форме коровы стояла с глазами полными слез, а олицетворение религии в форме быка стоял всего лишь на обрубке одной ноги, а все остальные три ноги его были отсечены. So Maharaj Parikshit saw that the personality of Kali was standing there with a sword in his hand and dressed like a king with a crown on his head. Махараш Парикшит увидел олицетворение Кали, который стоял наряженный в одежды царя с мечом в руке. So Maharaj Parikshit immediately inquired from the cow and the bull about who had put them into that condition. И, видя все это, Махарадж Парикшит обратился к корове и быку с вопросом, кто поставил вас в такие жесткие условия, причинил вам такие страдания. He was very cautious to control his senses, although he was, of course,
immediately th considering that it must have been the personality of Kali who did it, but he wanted to hear his judgment confirmed by the cow and the bull. Он очень внимательно контролировал свои чувства, и поэтому, несмотря на то, что он видел непосредственно, что непосредственно видел причину страдания коровы и быка в том, что олицетворение, именно олицетворение Кали принесло им эти страдания, но он хотел подтвердить свои умозаключения ответом, свидетельством коровы и быка. He didn't want to go and punish someone without first of all having the confirmation that the personality of Kali was responsible for this. Он не хотел наказывать олицетворение Кали, не имея подтверждения того, что именно он был виновен. And so when he asked the bull about who had cut off his legs, who had put him into that condition, the bull replied in a very philosophical manner. И когда он спросил у быка, кто повинен в том, что ты лишился трех ног и в твоих страданиях, бык ответил ему очень по-философски. Yes, it's mentioned in beginning text 17 or 18, it was mentioned about how different people have different philosophies about who's responsible for their suffering. И в 17, 18 и далее стихах мы читаем о том, как бык ответил, о том, что есть разные философские убеждения, касающиеся того, кто же повинен в страданиях. So there are different opinions about who's, what is responsible, why are we in this condition. Он сказал, что есть разные мнения по поводу того, кто же несет ответственность за то, что мы поставлены в те или иные условия. So the personality of religion in the form of the bull, in other words, dharma, the personification of religious principles, did not accuse any particular person as being responsible. И таким образом мы видим пример того, как олицетворение религии, то есть дхарма, воплощение религиозных принципов, не стал напрямую указывать на виновника своих страданий. The bull spoke in a very philosophical manner. Этот бык говорил в очень философской манере. He said, some people, some philosophers, they will say that one's own self is responsible. Он стал говорить, что некоторые философы говорят, что человек сам повинен в своих страданиях. Whatever suffering and enjoyment we get in life is due to our own deeds. It's simply the reactions. Наше счастье и несчастье — это результат наших собственных поступков в прошлом. But other people argue that there are superhuman powers which are responsible. Но другие отрицают это и говорят, что в том, что мы пожинаем, виноваты высшие силы. We could say there are different stars influencing everyone, and according to the particular stars which are prominent in your life, then they will have an influence on you. Есть мнение, что есть вот определенное расположение звезд, и то, как какие преобладающие звезды влияют на карту всей вашей жизни, от этого и зависит то, как какие у вас происходят в жизни события. Other people, they say, no, it's the activity itself which is. Другие же утверждают, что сама по себе деятельность вызывает эти последствия. You do an activity, you perform an activity, and if you perform a pious activity, then you would expect to get happiness, and if you perform a sinful activity, you can expect to suffer.
Если вы занимаетесь благочестивой деятельностью, то вам придет счастье, а если вы грешите, то вы будете расплачиваться за это страданиями. We could say it's almost like instant karma. Это можно назвать мгновенная карма. Instant karma, right? It comes, the reactions come immediately from the activity. Мгновенная карма — это когда последствия приходят сразу после поступка. But there are other people, they say, no, the cause of everything is matter. It's everything is just due to the material energy, the material nature. Но есть и еще категория людей, которые утверждают, что первопричиной всему является природа, просто то, что происходит в природе. And the bull continued to give other ideas about the cause of the suffering. И далее бык продолжает рассуждать и дает еще некоторые причины страданий. The bull said that some people believe that you can never tell the cause of the suffering or the enjoyment. Он говорит, что есть еще категория людей, которые верят в то, что причину страданий в принципе невозможно выяснить. It doesn't matter if you argue about it, it won't help you to understand the cause. Даже в споре не родится причина. And you cannot know the cause of our suffering by imagination either. И также причину страданий невозможно узнать, просто попытавшись вообразить ее. And it's impossible to express it in words. И также ее не выразить словами. And this way the bull told Maharaj Parikshit, you judge for yourself why I'm in this condition. И поэтому бык сказал Махараджи Парикшиту, попробуй составить об этом свое собственное суждение, обдумав все это и прибегнув к помощи своего разума. So when Maharaj Parikshit heard this philosophy spoken by the bull, then he was very impressed. He was very happy. И когда Махарадж Парикшит услышал все эти философские рассуждения из уст быка, он был очень впечатлен и удовлетворен. It's mentioned in the verse, it says he was fully satisfied. В этом стихе сказано, он был полностью удовлетворен. So he was satisfied to understand that the bull and the cow were not ordinary personalities, that they were actually divine personalities who had come there for some particular purpose. Он был удовлетворен, потому что понял, что эти корова и бык не были обычными животными, они были возвышенными личностями, которые оказались там ради какой-то цели. The bull had spoken very complete philosophical presentation, which was rich with knowledge and philosophy. Бык дал такой комплексный философский ответ, который был исполнен мудрости и знания. So because of the response by the bull, Maharaj Parikshit understood that the suffering condition which the cow and the bull was in were not ordinary. И благодаря ответу быка Махарадж Парикшит понял, что страдания, которые сейчас выпали на долю этих коровы и быка, не были чем-то обычным. There was a specific purpose in the appearance of the bull and the cow in this condition, and it was arranged by the Lord that Maharaj Parikshit should meet them. У всей этой ситуации была определенная высшая цель. Это сам Господь устроил всю эту картину для того, чтобы Махарадж Парикшит увидел ее. So Srila Prabhupada in the purport, he talks about how a person has to be fully conversant with the laws of the Lord in order to be able to speak such philosophy. Здесь в комментариях Шрила Прабхупада
говорит, что чтобы иметь возможность вообще рассуждать о философских истинах, человек должен иметь совершенное знание законов Верховного Господа. We see in the material world how people, ordinary people, that they're placed into conditions. Whenever they get some miserable condition, they're wondering, oh, why this happened to me? I didn't deserve anything for this. I don't know why this happened to me. В материальном мире очень часто можно увидеть ситуацию, когда человек, который попал в какое-то тяжелое положение и испытывает страдания, он начинает жаловаться и задаваться вопросом, ну что, за что, почему, почему именно я, почему со мной это случилось, почему это случилось именно со мной. Then there are other people, they will blame another person for their suffering. А другие люди начинают в своих страданиях обвинять кого-то другого. They will say it was all due to that person, it was all due to this, they caused all my problems. If they had not done what they did, I would have been happy, I would have been successful. Они говорят, это все произошло из-за него. Если бы не он или если бы не эти люди, я был бы сейчас счастлив, и у меня не было бы этих сложностей. But here we see that the personification of religion, dharma, in the form of the bull, is not identifying anyone as being responsible. Но здесь мы видим, как дхарма, олицетворение религии, никого не сопоставляет с причиной своих страданий, никого не обвиняет в своих страданиях. And he tells Maharaj Parikshit, you can decide for yourself why I'm in this condition. И более того, он говорит Махараджи Парикшиту, ты можешь сам сделать вывод о том, что же является причиной моих страданий. It shows a very controlled state of mind and detached from the material condition. Это показывает, что его ум полностью находится под контролем, и он полностью свободен от материальных отождествлений. So Prabhupada writes, unless one is conversant with the laws of the Lord, we must know what are the laws of the Lord. И снова здесь Шрила Прабхупада говорит, без совершенного знания законов Верховного Господа невозможно говорить о философских истинах. Таким образом, каждый человек должен в совершенстве знать законы Верховного Господа. Just like you go to a country, you have to know what the laws of the government are. You have to follow the laws. Например, когда вы отправляетесь в другую страну, вы должны прежде ознакомиться с законами этой страны и с законами, которые с законами правительства этой страны. You have to know what side of the road to drive in according to the law of the country. Например, нужно знать, какое там движение, правостороннее или левостороннее. There are certain things you can do in some countries, and they're certainly illegal in another country. Есть действия, которые в одной группе стран являются законными, а в другой группе стран те же действия являются незаконными. In some countries, it's very wrong to kill a cow, and you can be taken to court and you can be punished for killing the cow. Например, в некоторых странах уголовно преследуется убийство коров, и вас могут привлечь к уголовной ответственности за убийство коровы. But in some countries they allow you to take drugs like marijuana. It's legal. They don't mind. А в некоторых странах легальным признается употребление марихуаны. In other countries they will lock you up. А в других странах за это же вас посадят в тюрьму. Some countries people drink alcohol. In other countries it's illegal, it's a crime to drink alcohol.
В одних странах разрешено употребление алкоголя, а в других странах оно запрещено законом. So it's the responsibility of everyone to know what are the laws. And the same way, it's everyone's responsibility to know what are the laws of the Supreme Lord. И так же, как перед поездкой в какую-то страну нам нужно тщательно изучить ее законы, так и в отношении Верховного Господа нам нужно тщательным образом изучить его божественные законы. So we are living in the kingdom of this world, although it's a material world, this material world is also the laws, it's under it's the creation of the Supreme Lord, and he arranges the laws for people in this kingdom. И хотя мы живем в материальном мире, но он также является частью творения Господа и Его Царства. И, естественно, здесь действуют определенные законы, которые Господь создал для Своего Царства. We live in the kingdom, in the law, in the kingdom. We have to follow the laws of the king. Если мы живем в стране, мы подчиняемся законам, которые провозгласил ее правитель. So people who know the laws, then they can speak the truth, they can explain things in the proper manner. И люди, хорошо знакомые с законами, могут объяснять их. So Maharaj Parikshit is also aware of the laws of the king. He's also a person in knowledge of the truth. И Махарадж Парикшит тоже хорошо был знаком с божественными законами и с, был человеком, познавшим истину. So he recognizes when the bull spoke that the bull was not any ordinary bull, but he must be the personification of religious principles. И поэтому, когда бык начал говорить, он немедленно распознал в нем не обычное животное, а олицетворение религии. So he's going to the emperor Maharaj Parikshit, he's going to reply. И поэтому он готовится дать ответ. So we'll read the next verse. Text number 23. 22. Yeah. Should I read the text and purport? Yeah, okay. Мы прочитаем следующий стих, который как раз содержит в себе ответ Махараджа Парикшита. Текст 22. Царь сказал: «О принявший облик быка, ты воистину знаешь религию, и твои речи находятся в соответствии с законом, согласно которому то, что уготовано виновному в безбожных поступках, ожидает и того, кто указывает на преступника. Ты никто иной, как олицетворение религии». Комментарий. Преданный считает, что никто непосредственно не отвечает за то, кем он является, благодетелем или злодеем. Дозволение на это дает Господь. Поэтому он не думает, что кто-то непосредственно несет ответственность за такие поступки. В обоих случаях он считает само собой разумеющимся, что и удача, и неудача посылаются ему Богом, и потому являются его милостью. В случае удачи никто не будет отрицать, что она ниспослана Богом, но в случае неудач или несчастий возникает сомнение, может ли Господь быть столь суров к своему преданному, посылая ему великие трудности. На долю Иисуса Христа выпали, казалось бы, невероятные испытания, когда его распяли невежественные люди. Но он не гневался на злодеев. Так следует принимать все, и благоприятное, и неблагоприятное. Поэтому тот, кто указывает на совершившего зло, в глазах преданного такой же грешник. По Божьей милости преданные терпеливо переносят все невзгоды. Увидев это, Махараджа Парикшит смог понять, что бык – это никто иной, как олицетворение религии. Иными словами, преданный вообще не страдает, потому что так называемое страдание – это тоже Божья милость для преданного, который во всем видит Бога. Корова и бык не пожаловались царю на олицетворение Кали, который мучил их, хотя в таких случаях все обращаются к представителю власти с жалобами.
Необычное поведение быка позволило царю сделать вывод, что бык, несомненно, само воплощение религии, так как никто иной не смог бы разобраться в таких тонкостях ее законов. So this section is very nice. It's very instructive for all of us as devotees about how we should respond in times of difficulty. Этот раздел очень полезен для нас, поскольку здесь содержится инструкция, как мы должны отвечать и рассуждать, когда сталкиваемся с трудностями. As Srila Prabhupada says, when we get something good happening to us, nobody complains, nobody minds, we feel happy. Как здесь Шрила Прабхупада отмечает, когда на нашу долю выпадает какое-то счастье, мы не жалуемся, мы считаем это само собой разумеющимся и очень счастливы. But when we get some problem, maybe we lose some money, or we lose some friend or something, we have some problem somewhere, then that time we wonder how it could happen, we cannot understand why this would happen to us. Но когда у нас возникает какая-то проблема, мы теряем деньги или друзей, у нас возникает вопрос, как это могло произойти со мной? So Srila Prabhupada gives the example how Lord Jesus was crucified, but he never condemned the people who were doing it to him, who were nailing him to the cross. He didn't get angry at anybody. И здесь Шрила Прабхупада приводит в пример Иисуса Христа, которого распяли, и он не жаловался и не гневался на этих невежественных людей, которые приколачивали его к кресту. And we see also how Haridas Thakur tolerated being beaten in many marketplaces. Другой пример — это Харидас Тхакур, который терпел, когда его избивали на 22 базарных площадях. He didn't have any bitterness towards anyone. He accepted the beating. Он также ни на кого не сердился, он просто принимал это как должное, что его бьют. And Lord Nityananda was attacked, but Lord Nityananda didn't bear a grudge against the person who hit him. И еще один пример — это Господь Нитинанда, на которого тоже напали, но он не ответил агрессией. So it's important for us to see that everything which happens is the grace of God. И здесь нам важно понять, что бы с нами ни происходило, это милость Господа. The good things and the bad things are all the grace of God, and they're meant for our benefit, for our purification. И хорошее, и плохое, что с нами происходит, это милость Господа, и предназначена она для нашего очищения. So it's important for us that as devotees we learn to control our mind through these different situations. И для нас, как для преданных, очень важно научиться контролировать свой ум, когда мы находимся в таких ситуациях. When we get great success, we shouldn't be carried away by our success. Когда на нас сваливается какой-то успех, мы не должны терять от этого голову. And the same way, when we fail, when we're unsuccessful in our bids, we shouldn't feel too disappointed or too much distressed. А когда мы терпим какой-то провал, мы, наоборот, не должны испытывать слишком сильное разочарование и быть несчастными. We have to learn tolerance in the face of all the difficulties. Нам нужно научиться быть терпеливыми, встречаясь с трудностями. This is also described in Srimad Bhagavatam, there's a famous verse there in the 10th canto spoken by Lord Brahma. Другое подтверждение этому содержится в 10-й песне Шримад Бхагаватам, в знаменитом стихе, который произносит Господь Брахма. Lord Brahma says that one who can tolerate all the difficulties
but at the same time goes on doing devotional service, then that person becomes qualified to become your pure devotee and to go back to Godhead. Господь Брахма говорит, что человек, который продолжает преданное служение, несмотря на все трудности, попадающиеся на его пути, без сомнения достоин стать твоим чистым преданным и вернуться к тебе. So we have to develop that kind of God consciousness to see everything as the plan of Krishna. God sent the good and the bad. И нужно развить в себе вот такое богоцентрическое сознание и принимать все трудности как милость Бога. И хорошее, и плохое, все, что нам посылается, это все милость Кришны. There's a common saying among some materialistic people. They say, when we think of our money, we'll be happy. And when we're in trouble, then we'll pray to God. У материалистов есть такое расхожее высказывание. Мы счастливы, когда мы думаем о деньгах, мы счастливы, но когда мы попадаем в трудности, мы начинаем молиться Богу. In other words, when you're counting your money, you feel happy. I've got so much money. I'm such a rich person. It makes you feel happy. Когда вы подсчитываете деньги, вы с удовлетворением думаете, что вы богатый человек. It's uncommon for a person to think this money has been given to me by the grace of God. Крайне нестандартно считается думать, что для человека, который подумал бы, что эти деньги мне не спосланы по милости Господа. I meant to use this money for the service of God. He gave it to me, I should use it for him. Я рассчитывал использовать полученные деньги в служении Господу, и поэтому Господь послал мне эти деньги, и я задействую их в служении. We shouldn't. In the same way, when we're in distress, we go to temple, we go to church, we pray to God, oh, help me, save me, I've got this problem, this disease, this big problem, please help me, God. Но при этом достаточно распространенная практика, когда у нас трудности, сложности, мы отправляемся в храм и там начинаем молиться Богу: «О, Господь, дорогой, пожалуйста, помоги мне разрешить все эти трудности». So when we're in trouble, we think of God, but when we're not in trouble, we just think of our money. Таким образом, когда у нас трудности, мы думаем о Боге, но когда у нас нет трудностей, мы думаем о деньгах. So we have to learn to see every situation which we're placed in as the arrangement of the Supreme. И нам нужно научиться видеть любую ситуацию, в которую нас поставила жизнь, так, что это устроил для нас Господь. So here in this verse, Maharaj Parikshit is talking about an interesting principle. He's talking about how one who identifies the person who did something, that he's guilty of the same thing which the person actually did. И здесь, в этом стихе, Махарадж Парикшит проговаривает очень интересный принцип, согласно которому то, что уготовано виновному в безбожных поступках, ожидает и того, кто указывает на преступника. So Maharaj Parikshit said that he understood that the bull, the personification of religion dharma, was speaking according to this principle. И Махарадж Парикшит понял, что олицетворение религии дхарма вел свои речи как раз с пониманием этого принципа. So the one who is doing the sinful activities, he's going to get a certain destination.
Тот, кто совершает греховные поступки, будет понесет за это расплату. And if somebody identify, if you point the finger at this person and say, oh, look at this person, he's doing like that, then that person, he will also end up going to the same thing. И если кто-то уличает этого грешника, показывает на него пальцем и говорит, что вот этот человек совершил этот греховный поступок, то его ждет такая же расплата. There's an interesting story about how there was this one woman who was a prostitute, and many men were going to her to enjoy some relationship with her. Есть одна история о женщине, проститутке, к которой наведывались множество мужчин. So there was a brahmana nearby, and the brahmana was watching all these men go to the home of this prostitute. And every time someone would go to her home, he would throw some rocks in the garden of the prostitute. И неподалеку жил брахман, который наблюдал всю эту картину, как часто в дом этой проститутки приходят мужчины, и каждый раз, когда в ее дом заходил мужчина, он бросал в ее сад камень. So at the end of the day, or end of the night, there were many rocks in this woman's garden. И к концу каждой ночи в саду этой женщины возвышалась уже целая горка из камней. And so what happened was the woman who was a prostitute, she actually got a good birth, because she was always thinking, I'm so fallen. И очень интересный получился результат. Эта женщина в следующем рождении получила благоприятное рождение, потому что на самом деле она думала, какая же я падшая. But this brahmana who was accusing her, he went to hell, because he was always thinking of the prostitute. А брахман, который на нее показывал пальцем, попал в ад, потому что он все время думал о ней. So we should be careful what we think. We shouldn't judge others. И мы должны следить за своими мыслями и никого не судить. From the Christian Bible, in the Christian Bible it is said, judge the sin, not the sinner. Даже в Библии написано, суди грех, а не грешника. So, yeah, we have to understand what is the sin, what is the real problem, why are people doing these things? Мы должны понять, в чем корень греха, почему люди совершают эти поступки. Don't just point the finger and say, oh, this person, he's a demon, he's a meat eater, or he's a rascal. Не показывайте пальцем, не говорите, вот этот человек грешник, вот этот негодяй, вот этот мясоед. All right, so we will stop and take some questions. Есть ли какие-то вопросы? На этом мы закончим лекцию. Харибо. Харе Кришна, Прабху. У него есть вопросы. Джита Кротха Дас, да? Ага, пожалуйста. Харе Кришна, Махарадж, мои поклоны. Спасибо большое за лекцию. Я хотел спросить, есть ли уровень преданного такой, что ну, он, видя недостатки в других, ну, не может отделить грех от грешника, то стоит ли такому начинающему преданному доверять служение менеджера? А менеджер же обязан видеть недостатки. Угу. Все, это весь ваш вопрос, да? Maharaj, please accept my humble obeisances. The question is, if a devotee
who sees faults in others cannot divide sin from the sinner, can we trust him some management service in the temple? Because a manager should be able to see the level of others. Well, it's not for me to judge these things. I'm not involved in management myself, but I don't want to make any statements here which may be upset, which may cause some trouble, you know. В этом вопросе, возможно, не мне судить, потому что я сам не занят менеджментом. Я не хочу давать какие-то суждения, которые могут вызвать какие-то проблемы. But sometimes, you know, we have to understand, to be a manager is not an easy job. It's a really tough job. It's really difficult to have, you know, in the past, I've tried to be a manager and I always failed, you know, I'm hopeless manager. Я хочу сказать одно, что быть менеджером, управляющим — это очень тяжелая работа, это совсем нелегкая задача. И в прошлом, когда я предпринимал попытки быть управляющим, у меня не очень это хорошо получалось. So somebody is willing to be a manager, you know, we should appreciate it. Although, thank you, you know, because we do need somebody to manage. We do need people to do this job, and you know, until people do it, you know, we should be grateful that they're taking that responsibility. И также такой момент, что когда кто-то вызывается на роль управляющего, мы должны быть благодарны, что человек берет на себя эту ответственность и готов принять все трудности, которые следуют за этим положением. They may not be perfect, they may have faults, everyone has faults. There's always some, in Bhagavad Gita, example is given, just like fire, there's always some smoke. And so along with the good, there's always some bad. Люди несовершенны, никто не совершенен. У этих управляющих могут быть недостатки. В Бхагавад-гите приводится пример огня, у которого всегда есть еще дым. Везде, где есть хорошее, есть и плохое. Mm-hmm. And so I personally, I try to stay away from management, and I offer my respects to people who are managers, because it is a very necessary job, but it's a very challenging task. Я стою в стороне от менеджмента, и я преклоняюсь перед теми, кто берет на себя эти функции управленцев, потому что это сложная задача, и она содержит в себе много вызовов. So, you know, I think we do need to appreciate people who take on that responsibility of trying to manage, because we do need managers. Our temples, they need some organization. Prabhupada wanted organization. Prabhupada set up the temples. He put people in charge. It's a necessary function. Мне кажется, нам нужно уважать тех, кто берет на себя эту ответственность, потому что нашим храмам нужны менеджеры, и Шрила Прабхупада тоже хотел какой-то организационной структуры, чтобы были люди, которые берут на себя ответственность и управляют какими-то процессами. One time there was a devotee, he was a temple president in a temple in USA, and Prabhupada had come there to the town, and Prabhupada had met the temple president. And when Prabhupada came back the next time, someone else was the temple president. And Prabhupada said, "What happened to the other guy?" And they said, "Oh, Prabhupada, we took him out. He was not chanting his rounds." And so Prabhupada was very upset. He said, "What? You took him out?
being temple president because he wasn't chanting Israel. That's not good. Why did you do that? He can chant his rounds. You have to just instruct him, help him a bit. It's Prabhupada was very disturbed that the devotees had taken him out of his position. Была история с одним президентом храма в Америке. Шрила Прабхупада наносил визит в один храм американский, и на тот момент какой-то определенный преданный был там президентом. И когда Шрила Прабхупада приехал уже в следующий раз, на месте президента был уже другой преданный. И он спросил, а что случилось с тем? И преданные сказали, ну, мы его сместили с этой должности, потому что он не вычитывал свои круги. И Шрила Прабхупада был очень расстроен и сказал, почему вы сместили его только по этой причине, вы должны были ему помочь, посодействовать, просто помочь ему создать условия, чтобы у него получалось вычитывать свои круги. So I'm pointing out, you know, we need to be tolerant about devotees, and we need to appreciate our devotees, and we have to appreciate people doing service and trying to do. There may be faults, okay, these faults can always be worked out with proper association, proper guidance. То, что я хочу сказать, это то, что мы должны ценить преданных, ценить их желание служить, желание нести какую-то ответственность. Недостатки есть у всех, но недостатки — это то, с чем можно работать при помощи правильных наставлений и правильного общения. We have to remember Lord Chaitanya's teaching, you know, offer all respects to others, and be tolerant like a tree, like that. Нужно помнить наставление Господа Чайтани, быть смирение травы и смирение дерева и всегда быть готовым выразить свое почтение другим. So in this way we can work with the devotees and we can help all the devotees to advance. Таким образом можно сотрудничать с преданными и помогать им прогрессировать. We have to understand we're not many people. Devotees were very few. We have to appreciate everyone we've got and hold on to them, keep them in Krishna consciousness. Нужно понимать, что в целом преданных очень мало, поэтому нам нужно ценить каждого и позволять каждому сделать свой вклад и прогрессировать, развивать сознание Кришны. We don't want to drive anyone away. Нам не нужно скидывать со счетов кого-либо. Okay, yeah. Ахари Кришна, Мадгури Лила Матаджи, в чате вопрос. Вам прочитать? Так, нет, сейчас я... А, окей. Не тайпад, не дивидати. Спасибо за лекцию, мои поклоны. Вопрос. Есть завистливые преданные, которые наслаждаются, когда доставляют боль ненавистному преданному, делают это с ненавистью и злостью. В третьей песне, 29 главе, говорится, что с преданными дурного нрава нужно держаться подальше. Thank you for your lecture. Please accept my obeisances. The question is, there are some envious devotees who enjoy by hurting a devotee whom they hate. They do it with hatred and angry. And in the third canto, chapter 29, it is said that you should avoid devotees of bad character. Yes, I agree. We should avoid. Don't get too close to them. Да, я согласен, нужно держаться подальше, не сближаться с ними. Not everyone who comes as a devotee may be a genuine devotee. Не все, кто внешне преданный,
оказываются настоящими преданными. But we have to give everyone a chance to be a devotee. Но мы должны всем дать шанс быть преданным. Certainly people who have envy and hatred and do harm to other devotees, then they're in the, working in the mode of ignorance. Конечно, те преданные, которые действуют с ненавистью и причиняют вред другим преданным, находятся в невежестве. So we hope they can get some association which can elevate them out of that ignorant mode. И мы надеемся, что они могут получить общение, которое их как раз выведет из этого невежества. Sometimes, you know, people would complain to Bhaktisiddhanta Sarasvati that, you know, these people are hopeless, they're useless. And so Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada would say, well, I could tell them to go, but if they go, they'll have no chance. But if they stay, if so long as we keep them here, there's some hope for them that maybe they can become changed, they can become devotees. Бхактисиддханте Сарасвати иногда жаловались на некоторых преданных, что этот человек совершенно безнадежен, из него нет никакой пользы. И он отвечал, что пока они остаются здесь с нами, у них есть хоть какой-то шанс на прогресс, на то, что они поменяются. Но если мы их выгоним, то у них уже не будет ни малейшего, ни единого шанса. Окей. Okay. Yes. Дальше кто, Хладини? Да, Хладини, вот тот же следующий. Хари Кришна, Гуру Махарадж, дорогие преданные, примите, пожалуйста, поклоны. Спасибо большое за лекцию. У меня вот вопрос по Бхагавадгите, 2 глава, 47 текст в комментарии. Шрила Прабхупада говорит про предписанные обязанности. Он говорит, что предписанные обязанности — это деятельность в соответствии с гунами природы, под влиянием которых находится данный человек. И я вот немножко не смогла понять, если, допустим, гуна там невежество действует, да, в какой-то степени, то что за обязанности в этой гуне? Мог бы Махарадж ответить на вопрос, вот как гуны и обязанности связаны? Вот, Хари Кришна. Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. Thank you for your lecture. The question is according purport to Bhagavad Gita, chapter 2, text number 47. Srila Prabhupada says that prescribed duties are based on modes of nature, and the question is what prescribed duties could be there in a mode of ignorance. So how prescribed duties and gunas, modes of nature, are connected? Well, prescribed duties, if one somebody's performing prescribed duties, generally that's considered to be the mode of goodness. Если кто-то выполняет предписанные обязанности, то это уже соотносится с гуной благости. You have to consider, however, what kind of prescribed, what is a prescribed duty. Поэтому нужно смотреть подробнее, в чем именно состоят предписанные обязанности. We see, for example, Arjuna, he's fighting in the battle of Kurukshetra. And Lord Krishna is telling him it's his prescribed duty to fight as a kshatriya. Например, Арджуна, который стоит на поле Курукшетра и собирается сражаться, Кришна ему объясняет, что его предписанный долг — это сражаться как кшатри. And by Arjuna fighting as a kshatriya, then kshatriyas, if they die in the battlefield, they go to heaven. They can even be liberated because Krishna's present. И когда кшатрии сражаются, если они погибают в честном бою, они отправляются на небеса. И тем более, конечно, в присутствии Кришны на поле боя.
And they're fighting in the battle. If they win the battle, then they enjoy the kingdom. А если они одерживают победу, они наслаждаются царствованием. So prescribed duty is to for Arjuna was it was fighting. Win or lose, that's not the important thing. The important thing is to do the duty. Поэтому для Арджуны предписанной обязанностью было сражаться. И в целом важным является выполнение наших обязанностей. Someone else is prescribed duty, maybe a Vaishya. So his duty is to do business, and he's doing business. Sometimes he's lying and cheating. But that's the nature of business. Если рассматривать вайшьев, их предписанные обязанности – это вести дела, вести бизнес, и до какой-то доли они могут где-то привирать. Это для бизнеса нормально. For the brahmana, prescribed duty may be sacrificing an animal. Sometimes, of course, even in Kali Yuga, they can do animal sacrifice. On the full moon night, they sacrifice the goat in front of the goddess Kali. You could say it's prescribed duty for the brahmana. А для брахманов предписанными обязанностями может быть жертвоприношение. Даже в Кали-югу есть такое предписание принести в жертву козла в полнолуние перед ликом богини Кали. Вот это тоже вот может рассматриваться как предписанные обязанности. So we can see influence of the modes of nature there, that killing an animal in sacrifice, according to the Vedas, well, yeah, because you're chanting a mantra. The mantra is saying, "You, I'm killing you. In the future, you can kill me." Но даже здесь, вот, в, например, жертвоприношении животного, это убийство животного, но если оно производится в соответствии с предписаниями вед, то это как раз тоже относится к предписанным обязанностям. Но важно понимать, что даже вот в таком жертвоприношении они повторяют мантру «Сейчас я убиваю тебя, а в следующей жизни ты убьешь меня». We see the Pandavas as Kshatriyas, sometimes they had to gamble, play dice. It was a duty of a Kshatriya, they couldn't deny. Даже Пандавы иногда играли в азартные игры, в кости, например. Это тоже соотносилось с их жизнью кшатриев. So yes, material modes of nature can be there performing prescribed duty. It can be difficult. Вот так выглядит выполнение предписанных обязанностей в гунах природы. So one has what's important is the attitude, not just the duty, but the attitude you have in doing these duties. Поэтому важны не сами обязанности, а то настроение, в котором вы их выполняете. So the devotee should have the attitude that I'm doing this for Krishna. Поэтому преданный должен иметь такое настроение, что я это делаю для Кришны. Okay. Матаджи Хладини, у вас еще вопрос, да? Нет, я руку не опустила. Ага. Спасибо. Преданные, еще есть вопросы у кого-то? Еще есть вопросы, преданные? Можете руку поднимать или в чат написать? Хари Кришна, Гуру Махарадж, I have one question. Okay. Just a moment. How can we adapt the qualities of our guru, of our spiritual master?
What? А, да. How can we adapt, take on the qualities of our guru, our spiritual master? А как мы можем приобрести качество нашего духовного учителя? Well, it's not necessarily true that you want to take on all the qualities of the spiritual master. Не обязательно перенимать все качества духовного учителя. But you have to know what are the desirable qualities. What, like there's 26 characteristics of the devotee. Вы должны понимать, какие качества являются желаемыми, как, например, существует 26 качеств преданного. So there are qualities like cleanliness, like a poetic. So how can you take on qualities of being poetic? Well, you have to practice, you have to write, try to write and pray to Krishna for empowerment that you can compose some nice poetry. Например, есть такое качество, как поэтичность. Как вы можете его приобрести? Нужно молиться Кришне, чтобы он помог вам сочинить какую-то прекрасную молитву для него. Qualities of the pure devotee. Generally, we take on by association. If you associate and we hear, and then we're constantly reminded, then should start to take effect. Качество чистого преданного мы обретаем из общения с чистыми преданными. Они напоминают своим примером нам об этих качествах, и это постепенно дает эффект. Just like there's a story. How there was this one young man, he was a thief, but he felt guilty about being a thief, so he decided he would go to visit the holy places. Есть история о человеке, который был вором, но он испытывал чувство вины и решил пойти в паломничество по святым местам. So he was on a parikrama with many other people. So one night, during the night, he woke up and he began to steal. He began to take things from different people's bags. Он был в парикраме с остальными паломниками, и как-то раз он проснулся ночью и начал обыскивать сумки этих паломников и что-то из них воровать. But then in the course of the night, he felt guilty about doing it and he wanted to put everything back. But he couldn't remember what he'd taken from everyone and put things back in different places. Но по мере того, как он это делал, он начал испытывать чувство вины и решил все вещи вернуть обратно по своим местам. Но так как он не помнил, из чьей сумки что он взял, он все перепутал и вернул вещи не на свои места. And in the morning people woke up, then they realized some of their things was missing. И утром, когда люди проснулись, они увидели, что у них что-то пропало. So then later on, then the man confessed. He said, I'm sorry, I'm a thief, and I was trying to overcome. Somehow I tried to steal things, and I realized it was wrong. I wanted to put it back. And he asked everyone, please forgive me. И через какое-то время этот человек признался и сказал, что это я вор, но я раскаиваюсь, я хотел исправиться и вернуть все на места, поэтому простите меня, пожалуйста. So like that association helps a lot to develop qualities. Таким образом, общение очень сильно влияет на развитие качеств. So try to always stay in the association of devotees. Поэтому старайтесь всегда поддерживать общение с преданными.
Hare Krishna, дорогие преданные, есть еще вопросы? Thank you very much, dear Guru Maharaj, for your answer. Maybe other devotees have questions. Преданные, есть еще вопросы у кого-то? No more questions, Gurudev. Yeah. Yes? No more questions. No more. Okay, so we'll finish here then. Thank you very much. Nice to be with you all again. Thank you for Madhurya's translation. Thank all the devotees for participation. I wish you all have a good day. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai. 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 Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Gurudev.